Добрый вечер, дорогие друзья, подписчики и гости. Вот сделала сегодня, я показывала, что я корму кормом куриц. Комбикорм даю утром, в обед даю всякие мешанки. Не снимала, потом покажу, просто понемножку. И вечером вот зерновую смесь из мешков, которую купила. С добавлением всяких дрожжей, мела, ракушки. У меня ракушки там не стоит, наверное, видели, потому что они к ней не притрагиваются, и поэтому я всегда добавляю, смешиваю вместе с кормом. И ракушку, и песок, этот гравий мелкий. Так что вот, сегодня такая у нас подумали. Тем более Новый год на носу. Решили все-таки, сейчас я покажу, что творится у пекинок. Я говорила, что я пекинок не хочу больше разводить, и мускусных. У меня там 4 штучки их сидит. Одна пекинка, 3, мускусных, то есть башкирок. И 3 это, козе хлебушка дать. И 3 башкирки. Хотела я все-таки их оставить. Но посмотрела, они так гадят, что все-таки вместе с мулардами мы их сегодня уберем. Завтра будем убирать. Сейчас мы их будем отсаживать. Одного петуха, который повредил себе сережку, решили убрать, потому что уже немножко поврежденный петух. Петуха алигорна одного убираем. Убираем мулардов и убираем пекинку и башкирок. Сейчас мы их будем отсаживать в другую сарайку, на сетку посадим, чтобы они немножко без еды посидели. И завтра мы будем их под топор, так сказать. Все-таки я решила от них избавиться, потому что очень-очень много грязи. Сейчас я пойду, покажу. Если у меня муж, конечно, не успел еще убрать их, покажу, кого буду убирать. На, попрошайка. Попрошайка моя хорошая. Ай, ты моя Алена, попрошайка. Набезобразничала сегодня. Давай, что подставлять? Так, вот это вот. Так, убираем мы сегодня вот этих всех. Пекинок. Не видно ничего. Что, красавцы, мы вас завтра под нож пускаем. Уж простите меня, но вы свиньи. Вот сегодня постелила. И опять сегодня сено постелила. Ты посмотри, что творится. Это какой-то кошмар. Вот белая это пекинка, остальные башкирки. А та кряхтит, это мулард. Я сюда пересадила, он всех там маленьких колбасил. Он как шипит, слышишь? Ай, блядь! Коза за волосы меня. Ты что меня за волосы дергаешь? Дура! Ты? Это же не сено, мои волосы, дурочка моя. Ой, козюля ты моя. Да ладно, не буду я тебя. Потом из этих вот сейчас укапает. Конденсат надо этот материал вешать. Из этих убираем, 3 оставим. Что так будет бегать? Вот эти у нас остаются, красавцы. Вот эту сейчас снимем, вот эту перегородку, Олег, и соединим с той. Им увеличим. Завтра я прибираться буду не здесь.